Прекрасный персик на кривых ветвях, соловей поет песню солнцу, а тыква гниет в тени. Привет, прекрасные птеродактили, с вами Федорович, а сегодня мы посмотрим на невероятные секретные приемы самообороны, самую лучшую эффективную защиту от ножа, которая не снилась даже спецназу. Ну и, конечно, поразимся вселенскими мастерами. А пока они подзаряжаются вселенской чи, подпишитесь на канал и поставьте лайк. То, что вы сейчас увидите, ни в коем случае не пытайтесь попробовать сделать со своим кентом, особенно после застолья на кухне, так как эти приемы реально опасны и смертельны. Как лампа себя не освещает, так и мастер себя не ломает. Но если вдруг вам показалось со стороны, что эти приемы какие-то слишком нежные, а противник слишком явно падает, отбросьте эти мысли. Понять глубину этих приемов мало кто может, а тот, кто мало кто, уже понял и сделал. Немедленно сядьте на место, а то я знаю, что многие из вас уже зовут своего малого брата или деда, чтобы испытать эти разящие техники на живой цели. Ни в коем случае этого делать нельзя, а то ущерб может быть непоправим, и только вы будете в ответе за выбитую вставную челюсть деда. Если вдруг вы ощутили в себе силу и поняли всю глубину приемов, бегите сразу в самую темную подворотню, потом следуйте на дикое ржание и трехэтажный мат. А потом ломайте этих гопников направо и налево, и да пребудет с вами святая чи, ибо в больнице без нее никак. Если вы решили, что этих приемов вам достаточно, и вы теперь властелин своей жизни, я вас вполне понимаю. Но все-таки мы не мелкие тараканы на вселенском празднике чи, поэтому я хочу вам дать еще один невероятно мощный прием, который станет вашей короночкой, как вытягивание души у Шансунга. Okay, this time I'm going to project it. That's what I'll try to project the other edge. Okay? So he punches. Что, поперхнулись своей сосиской с гречей? А я вас предупреждал. Ведь лодка может перевернуться и в сточной канаве, а невинный удар ладошкой в морду может быть только на первый взгляд таким безобидным. На самом деле мастер, как мясник, вкладывающий всю силу в удар свинье по сердцу, втягивает вселенскую чи и через руку вырубает пацана наглухо. Надеюсь, вы поняли, что при использовании этого удара главное иметь двух помощников, которые сразу будут откачивать наивную жертву. А то это готовый труп, а потом статья, суд, тюрьма. Оно вам надо. Конечно, знать такие секретные приемы – это уже выйти на новый уровень. Но как яйцо, не способное защитить себя от змеи, каждый мужик должен быть способен защитить себя в баре.
Когда он сидит на стуле, за столом, потягивает пивасик, а тут ему к горлу сзади приставляют ножичек. Chair can be used as an effective pushing tool as well as a shield. I'm going to show you how to do both, okay? Your attacker comes from behind in the first situation and is holding you at knife point. The first thing you want to do is get control of the knife hand, pull that down and away. From here, you can simply stand up and push the knife back into their leg, as you can see here. From here, I'm simply rolling his hand into a wrist lock. From here, I'm going to strike, and then I'm going to stab the knife down. That completely, if I stab down correctly, it'll go through, and I don't have to worry about that thread anymore. From here, I'm simply going to push down here and cause him to fall over. From there, I can either take the knife out of the chair. Честно говоря, как коту не понять, что в зеркале его злейший враг, так и мне непонятно, в какой ситуации может понадобиться этот прием. Хотя нет, у меня есть предположение. Наверняка эта защита разрабатывалась лучшими тактиками секретных спецслужб. Чтобы в случае, когда ты сидишь на кухне с кентом и выпиваешь за здоровье нации, к нему вдруг в гости заглядывает белка. И он хватает нож, сделав попытку напасть на тебя сзади, потому что осталась всего одна чекушка, а делиться он не собирается, ибо самому мало. Ты смог молниеносно применить этот прием, даже не в меняемом состоянии, очень удивив своего кореша и выиграв битву за чекушку. Конечно, вы можете возразить, что на сидячего противника сзади практически не нападают. Лучше покажи нам прием, когда нападают на стоячего. Ну, например, в ситуации, когда вы стоите в очереди в супермаркете на часах без 2:10, а сзади вас стоит мужик с 2 пакетами горючки и понимает, что он уже не успевает ее купить и этот вечер проведет на сухую, тогда наверняка на вас будет совершено нападение с ножом. شما نیاز نداری بگیر چه دستی کسی چاقو تزی میگرده من همون بحثی که به تو گفتم خودتون تسلیم کن بسر من تسلیم کن من تسلیم کن وقتی میگم تسلیمم من تلیگوم اجرا کردم یعنی از طریق سرشونه و گردنم قفل کردم تمام اگه خواست پول منو بگیری بده یعنی نداره بس بچه هم بگیری و بچه هم بچه گرده میرس بده اگر یه آنکه منو گرفت بعد با چاقو گردن منم به بوده من تو بخوزشنم بچشنم دیگه به شما نمیدم حالا سر کیو پیسه کیو سر میزنم حاضر اینجا چه دادا بوسه شد میتونم این چه با بوسه شد این چه با بوسه شد. Несмотря на то, что лучше говорить с умным, чем драться с дураком, иногда приходится делать все наоборот. Но я уверен, что вы запомнили этот прием и убедились в его простоте и эффективности. Все, что нужно сделать, это схватить свою голову своей рукой и прижать ней руку с ножом противника, а затем второй рукой отбить колокольчики и ударить локтем наотмашь. Потом сделать залом второй руки переплетением своих двух рук в локте, воздействуя на локтевой суглоб противника. Все, это же элементарно! И вы всегда сможете применить этот удивительно простой прием, когда к вашему горлу приставят нож. Лучше, когда не было, да появилось, чем когда было, да исчезло. Но еще лучше, когда увидел и забыл, чем когда увидел то, что не знал. После этого видео вы уже никогда не будете прежними. Напряжение, да, без силы. Вы сможете. Видели, какой уход вначале? Когда два пельменя кружатся в танце, а один из них еще и при этом стонет, кто-то может сказать, что это лучшее, что ему доводилось видеть в жизни, а кто-то просто выбежит в туалет, не сдержав рвотного рефлекса. Конечно, гусенице, сидящей на ветвях, никогда не понять смысла жизни земляного червяка. Поэтому рассуждать о том, что делают эти мужики,
изучают танцы, ласкают друг друга или пропускают через себя энергетические потоки вселенской энергии, приводящие в движение все живое, мы, к сожалению, не можем. А все, что нам остается, с завистью смотреть на силу мастера. Пишите в комменты, готовы ли вы теперь ехать на Mortal Kombat. Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, ставьте лайк и делитесь видео с друзьями. А также подписывайтесь на мой второй канал Клон в описании. И обязательно посмотрите супер видео в описании. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках. Лучшие приемы, техника ударов, эффективная работа на мешках и лапах, самооборона на улице. Забирай бесплатные видеокурсы в описании под видео.